В республике продолжается работа над бюджетом 2016. Сегодня Михаил Игнатьев провел совещание, на котором обсудили проект республиканской казны. В совещании приняли участие депутаты Госсовета и члены правительства Чувашии. Обсуждали параметры бюджета республики на ближайший год, его доходы и расходы, особенно на социальную сферу и инфраструктурные проекты. Как заметил Михаил Игнатьев, совещание проводится для того, чтобы удостовериться, что все предложения, пожелания и просьбы жителей городов и районов, озвученные на встречах с избирателями, учтены. Подробнее о том, что представляет проект бюджета республики на следующий год, расскажем завтра.